Здравствуйте, друзья мои, с вами Юлия Бермайер, и это видео для тех, кто в школе занимается по учебнику «Звездный английский» и у кого к ним есть сборник грамматических упражнений. Открывайте, пожалуйста, страницу 4, будем делать упражнение номер 4. Нам необходимо перевести эти слова на русский язык. В данном упражнении мы работаем с личными местоимениями. I – я, we – мы, you – ты или вы. He – он, she – она, each – он, она, оно для неодушевленных предметов, а также животных. They – они. Ну вот и все упражнение, друзья мои. Я надеюсь, что вы все поняли и вопросов у вас не осталось. Ну а легко и быстро выучить новые слова вам поможет новое приложение «Английский второй класс». Скачивайте его, выбирайте свой учебник, далее выбирайте юнит, главу или урок. И начинайте учить слова. Вы можете выбрать свой темп или превратить список слов в видео с прекрасными картинками и четким произношением. Далее можно начинать тестирование. Выбирайте один из 5 тестов разного уровня и сложности и прокачивайте написание слов, перевод и аудирование. Ничего лишнего, только то, что есть в вашем учебнике. Прекрасный помощник школьнику, скорее скачивайте. Ссылки я вам оставлю и в видео, и в описании. Учите язык с удовольствием. Вам в этом поможет приложение «Английский второй класс». Ну а с вами была Юлия Бермайер. До новых встреч!